Вы видели когда-нибудь глаза, распахнутые в страхе непритворном, и лица, словно в церкви образа, застывшие печально и покорно? Вы видели, как выпавший снежок на этих лицах и глазах не тает, а тонким слоем бережно залег, как зимний ветер тело заметает? Вы видели, как матери потом детей убитых гладят и ласкают, как в доме опостылевшем пустом остаток дней своих безрадостно таскают? Для матери нет ничего страшней, чем стук земли, что в крышку гроба бьется, и нет разлуки горше и больней, чем с тем детем, что в гробе остается. Не убивайте маминых детей, убийцы вы ведь тоже чьи-то дети. Живите без кощунственных затей, и станет мир и радостен, и светел. Кому покажется наивным мой совет, кому жестокость и цинизм роднее, пусть посмеются надо мной. Но нет, не надо мной, над матерью своею.